И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я не продолжаю снимать для вас ролики. Короче, что случилось? Снимаю я, короче, серию по добыче артефактов. И вот как бы вроде бы все хорошо, вроде бы все замечательно, серия идет, добыл артефакт. Залез в пещеру, вот, короче, оказалось, пещера, в пещере никого не было, добыл кучу нефти, здорово, жемчуг нашел, и залез в пещеру, то есть там выход был через этих пчел, пещеры пчел, и клево, короче, эмоции, конечно, я охренел, когда это увидел, с них там добывается мед и так далее. И у меня вырубает свет. У меня вырубает свет. Как видите, сохранение есть. Сохранение есть. Сохранение есть. Все нормально. Но при запуске, ну, все дело как обычно, при запуске игры появляется, то есть записалось видео, я с помощью BandiFix, я записываю через Bandicam, через BandiFix получилось восстановить, и восстановилось, ну, плюс-минус, думаю, ладно, бог с ним, что-нибудь придумаю, сделаю запись-перезапись в более шокальном качестве, встанет чуть-чуть, ну, хоть что-то. То есть у меня там сохранилось из 12 примерно, да, допустим, 12 минут, сохранилось 7. Ну, то есть, как бы нормально. Ну, грубо говоря, я уже сейчас не помню, сколько точно. Есть, я постараюсь в конце видео, в конце своего вот этого обращения выложить вот то, что осталось. И, ну, в общем, запускаю игру. Все как обычно, все грузится, 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 и появляется вот это. Создать персонажа. То есть, то, что у меня вырубился свет, то, что закрылась игра, то, что выключился компьютер, вот это все, у меня удалился персонаж. День 35. Карта продолжается. Персонажа нету. И вот это основная проблема. То есть персонаж там где-то вот в этой пещере находится, то есть вот здесь вход, там по пещере плывешь, все дела. Персонаж там. Персонажа нету. 190 левела. Нету персонажа. То есть все, что я делал, все идет нафиг. Ну, если по-простому. Ну, допустим, давай создать выжившего, загрузить шаблон. Это мой стандартный шаблон. То есть перезаходить бесполезно. То есть вот выход, вот это вот все. Я сейчас вот эту менюшку вижу уже не один раз. Загрузить выжившего тоже не могу, потому что его нет, он загруженный. Могу только создать выжившего. Опять еще заспавнился не там. Надо же было, хотел поменять. И вот в этом весь прикол. Создается персонаж. Я сомневаюсь, что он будет большого левела. Естественно. Он будет нулевого левела. И, естественно, это совсем другой персонаж. Почему я хотел заспавниться там, на своем месте? Ну, я примерно понимаю, что будет, да и я думаю, вы сами догадались, что это вряд ли будет какое-то откровение, но я прям уверен в том, что будет, да, ну, здесь там, что это будет просто постройки. То есть будут постройки. Не мои. В этом и весь прикол.
Да, я сейчас туда добегу, вот с этой вот дебильной скоростью, вот это вот, будучи инвалидом, медленным, я туда добегу. Давай хотя бы сделаем так. Всяк побыстрее будет. Можем по пути что-нибудь пособирать, чтобы это подпрокачаться. И я добегу, покажу. Вон виднеется мой островок. Я здесь немножечко прокачался. Прокачался на скорость. Вот. Шмотки создавал. И, как видите, прокачался на скорость. 11 левел целый. Но будет прикол, если персонаж исчезли постройки, это еще будет смешнее. Честно. Типа, персонаж вайпнулся, а постройки не было. Не, вон все. Постройки все на месте, Диносы все на месте. Но что-то мне подсказывает, это уже будут не мои Диносы, это будут Диносы Трайба Ксеногирс. Потому что у меня племя игрока Марибита. То есть у меня не Ксеногирс. В этом и весь прикол. Честно, это прям очень сильно тупо. Я, конечно, от арка устал, но я ненавижу заканчивать все вот так. И вот про что я говорил. Дино-трекер. Называется они вот красные все у меня. Вон Фенрирчик. Синмакропс, конечно, жалко. Он находится там. Он находится там. В пещере. И вот такая вот тупость. Зайти сюда могу. То есть. А, не, вот Синмакропс. А вот он я. О, смешно. А, суть в чем? Я находился дома. И по ходу дела у меня сбросилось все настройки, то есть я остался здесь. Вот он, дрыхнет. Ладно, самое кайфовое, что кропик-то на месте. Кропик живой, это хорошо. Вот такие вот дела. Вот так вот я и нахожусь. В общем, на этом месте я выходил в прошлый раз из игры, и когда выключился свет, у меня обнулилось все то, что я играл. Такая вот фигня непонятная. То есть персонажа просто не вернуть. То есть я не могу за него зайти на локалку. Вот, и в этом-то весь прикол. Ну ладно. Я хотел закончить этот сезон и передохнуть от арка. Я передохну от арка в целом. Я тогда пойду в какие-нибудь другие игры. Тем более, что уже очень давно хочу разнообразить себе. Тем более, что мы прошли весь арк. DLC-шки, да, не прошли все. Ой, ну точнее, бесплатные карты. Ну, камон, бесплатные карты. Это просто пройти боссов. Да, хотел закончить красиво, закончить центром, но я не хочу возвращаться сюда. Я потом вернусь в Арк поиграть какие-нибудь глобал моды, но уже на картах, которые мне знакомы. Рагнарок, центр, какие-нибудь карты стандартные, типа Айсланд, ну, как вариант, Рагнарок, центр, вот это вот карты, на которые я поставлю моды и буду уже проходить моды. Вот такая вот беда. Да уж, вот как-то так и случается дела. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, также на Crystallize, также с модом Extinction Core. Сегодня я хотел бы пойти по пещерам. Да,
Оказывается, здесь есть пещера с артефактами. И я просто до них не нашел. Вот. Но для начала я бы хотел бы рассказать немножко про вот эти верстаки. Во-первых, это одно и то же, просто более дешевый, более такой, типа, элитный вариант на вид. Ничем более, как я понял, он не отличается. Суть одно и то же. И он состоит из трех частей. Первое, там мы обычный предмет с помощью ресурсов улучшаем. То есть вот, нажимаем апгрейд, вот он мне пишет 26 типа волокна. Причем это тот предмет, который я сам скрафтил. И он его превратил в зеленый. Здесь у нас наоборот разбирает предмет и делает из него рецепт. Как видите, то есть я получил ресурсы, не кислотах ресурсов, и волокно. То, и этот, господи, чертеж. Ну и здесь мы уже, как видите, можем улучшать броню. То есть это вот обычная шапка, а это улучшенная шапка на прочность. Все так же обычный предмет на прочность и на броню. То есть мы за счет вот этих вот какие-то определенные параметры улучшаем. Вот. О, статор. С помощью этого мода, как я понял, принты улучшать нельзя. Но, к примеру, вот я скрафтил кирку, да. Давай проверим. Закидываем сюда кирку. Create Blueprint. Мне вернули ресурсы. N-ное число. И я уже получил вместо вот этого вот этот рецепт. Но, как видите, уже бонус навык изготовления. Давай попробуем состряпать из него. И здесь бонус навык изготовления. Здесь был 21%. А здесь всего лишь 17%. Но, как видите, лучше. Опять-таки же закидываем сюда блюпринт. Ну, в общем, это сами понимаете, сами знаете, это читерный прям этот. Но черт побери, как же он помогает меньше возиться вот с этим всем. Вот такие вот дела. Так, давай, раз уж я сделал такое дело, то давай вот это вот все вернем. Те предметы пускай там валяются. А вот уже офигенную просто кирку закидываем сюда. Не знаю, она зачем мне, но пускай будет. Вот эти вот рецепты выкидываем. Ну и пойдем, собственно, по артефактам. Пойдем в пещерку. Вот это вот весь набор у меня с собой так и тусуется. Пускай будет. Пойдем в пещерку. Она у нас находится в секвойке. В секвойке это хорошо, наверное. Я супы не взял. И получается, туда, наверное, будем телепортироваться через зеленый. Да, через зеленый будем телепортироваться. Почему? Потому что он... ну, там банально ближе. От него лететь, нежели в целом просто лететь туда. ТП. Вот еще бы писался бы, какой из них зеленый, но вроде бы вот этот. Ну да, это зеленый. Я все-таки был прав. Так, теперь летим. Я почти угадал. С точностью наоборот. Летим на место, куда нам нужно. Координаты этого места. Так, секунду. Ну, так, отлично. Так будет явно побыстрее. Координаты входа 39.1 на 19.3. Собственно, туда и летим. Он что, под водой? Так, стоять. 39. Из чего вот он, обелиск? 39 это туда. А, о, туплю. Вот туда. Это нужно подняться. Под водой, блин. Гений. Индивидуалист. Так. Да приземляйся уже куда-нибудь. Так, 39. Вот выйди в жопу, иди нафиг. Сейчас будешь у меня тырить какой-нибудь лут мой. И без того, который отсутствует. Так, 39.
39. Ты что, реально под водой, что ли? Так. Хм, возможно. Братан, налети домой. Я, походу, не зря акваланг оставил. Стоять. Вот так. Э! Алло! А, ну да, у меня же здесь это... Несколько было наборов. Тридцать девять один на 19.3. Не туда. На 19.3. Вон тункля, стой. Точно. Вот он, вход в пещеру. Ха! Ну нифига себе. Чё-то я не ожидал, что первая же пещера это будет водяная. Так. Так, так. А я вот с собой арбалет-то и не брал. Я просто знаю, там есть какая-то прям возня под водой будет. Конкретная. И я думал, ну туда-то я возьму арбалет. А вот то, что это водяная пещера, чё-то неожиданно для меня. Ну окей. Есть хотя бы копье, уже хорошо. Так, координаты артефакта находятся 32,3 на 24,4. Но в пещере, я смотрю, никого нету, это хорошо. Я только за. Это мне... О, кстати. Это мне очень сильно поможет. Это надо было до того, как я нырял, заюзывать. Хотел же еще заюз, думал. Да зачем? Потом буду на... кису бегать. Причем сэкономил то, что из воздуха добывается. Ну, в смысле, аппарат сам делает. Сам делает. Просто так. А я на нем сэкономить решил. Зачем-то. Просто лень было заюзать. О, ты ж, блин. Зато теперь плаваю долго. Не, ну я просто реально не ожидал, что это будет подводная пещера. В целом здесь ничего как такового, смотрю, нету. То есть ты просто под водой плаваешь. Возможно, мы бы не заспавнились. И я этому благодарен. Чё-то не хочу я вот этим всем заниматься, маханием. Ну а на этом что? На этом арк пока что заканчивается. Когда я к нему вернусь, я не знаю. Я не хочу к нему возвращаться сейчас, особенно после вот этого. То есть там я буду создавать с нуля персонажа. Там уже будет новое выживание, там будет новый сезон. Все будет от и до новое. Там даже, наверное, будет не сезон, а просто не сезон. И не вот это продолжение. Это будет не 9, не 10 сезон. Это вот сейчас 9 сезон, вот он так закончился. История вот этого человека в металлической броне. Вот он вот так вот. Уснул. И история на этом и закончилась. Вот племя Ксеногирс, Барибита. Вот его история так и закончилась. А новый персонаж будет уже в новом своем мире. Жить и выживать. Такие вот дела. Посмотрим, в какие игры будем играть. Я, наверное, думаю, либо Conan, либо какая-нибудь выживалка, типа Seven Days to Die, Rust, пока что не хочу. Прям он меня что-то не тянет он меня к себе. Либо Conan пройти, либо Seven Days to Die выживать. Ну, видишь, Seven Days to Die, там я не смогу выживать именно, что пройти. Я там точно сдохну. А вот Conan пройти было бы интересно. Тем более, что я уже это давно хочу. Посмотрим, что будет дальше. Во что я буду играть дальше. И так далее. Самое главное, я очень надеюсь, что это все дело не закончится вот так же, как и здесь. А все-таки я пройду игру. Ладно. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. 9 сезон на этом окончательно закрытый. Все выживания окончательно закрыты. И будем считать, что я прошел арк от и до. Да.
Ну а на этом я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока!